становление двигательной активности большую роль сыграло полноценное развитие психики и индивидуальных особенностей близнецов. Костюмы уже готовы? Да. А стихотворение вы помните? Помню. Они могут формировать единую систему эмоционального выражения. Это проявилось в частности в синхронной двигательной активности в ритме читаемых стихов. Джаня Радари, чем пахнут ремесла. Начали. У каждого дела запах особый, булочки пахнут, тесто веселое. Лимон нарядный идет, стружкой пахнет и свежей доской. Пахнет порядок, еда и краской, пахнет все кости, как отдых за бас. Куртка шофера пахнет бензином, блуза рабочего маслом машином. Пахнет кондитер орехом, как доктор в кровати лекарства принимает. Рыхлой землей, полем и лугом пахнет крестьянин, идущий за плугом. Рыба и моря